В смысле бездействия? Я очень сильно действую. Ну, сегодня уже третий стрим, как-никак, так что да ладно уж. Сейчас я... Я такая грязная, боже мой. Мужчина, дайте монетку на ванну. Ну и ладно. Тогда я тебя батрусь вообще. Тебе жалко? Тебе копеечки жалко? Гигиена превыше всего. Ты понимаешь, что с гигиены начинается культура? Мужчина? Все, меня всё слышно? Отлично. Да, да. Никита, правильно? Коля. Коля, почти угадал. Прости, пожалуйста, мне так неловко. Я вообще, у меня такие с именами проблемы. Так, я стою грязная. Тебе уже нравится сначала, да? На проселочной дороге. Что мне делать? Хорошо, что жена моя этого не слышит. Боже, ты бы заранее говорил о таких вещах, а то я... Спасибо. Смотри, короче, что нужно сделать? Я предлагаю все-таки в мою банду вступать, потому что... Да, конечно. Не, в мою не надо, ее нету. Грязный на проселочной дороге я бы приехал, но словесных люлей бы выдал только так. Кому мне? За что? За то, что я грязная? Слышите, за это не осуждают вообще-то. Надо от кого-то избавляться. А у меня почему-то напротив тебя стоит крестик. Походу, женатый у меня отмечается красным крестом. Пока там Сармат не видит, мы садимся на его лошадь и тикарим. Подожди, стой, а хочешь тут самое смешное? Что? Нет! А это, здесь тихо. Это так не работает? Ага. Здесь это так не работает? Понятственно! Твоя лошадь и я очень хорошо друг друга понимать. Так, надо тебя в банду, что ли, позвать? Но тут при обстоятельствах, что ты мою лошадь воруешь. А какую мне нажать, чтобы я... Нет, вот я вижу, что ты взял веревку в руки, мне вообще не нравится эта инициатива, я пошла, короче. Подожди, а как мне вот сделать, чтобы было хорошо? И вот так вот тебя убегают мужики. Так, я предлагаю двинуть в лагерь потихоньку. Я предлагаю, что в ситуации, в которой нас пытаются убить, надо как-то защищаться. Я пыталась защититься, но... Да я поесть что-нибудь? Подожди чуть-чуть, прям потерпи. Блин, пожалуйста, поешь что-нибудь. Давай, да. Дичь с тимьяном, отлично. В смысле, ты всех убил уже? Самый быстрый рука на Диком Западе. Замечательный мужчина. Он все сделал за меня. А у тебя мажорная лошадь? Да, у меня за самогонщика за 20 уровень. Самая последняя. Знаете что? Вы со своими вот этими элитными лошадями, мерседесами, вот этими BMW, мне мой запорожец устраивает, например. Зато я поддерживаю отечественное, понятно? Реди, пошли от них. Они мажоры, не нравятся. Вы как-то наискось идете. А, ну да. Где Андрей? Вы не соблюдаете правила дорожного движения, вы не по дороге едете. Штраф. Штраф, ваша лошадь. Ну, так как главарь банды я, штраф назначаю тоже я. Нет, у тебя должны быть правые руки, понимаешь? Вот это вот левые руки, вот это все, как бы. Разграничение власти, оно очень важно, понимаешь? Ну ладно, ты какой будешь рукой, правый или левый? Ой, знаешь, а ты какой активнее пользуешься? От этого зависит мой ответ. Только далеко от нас не уходи. Я вас вообще не вижу. Я подожди, может быть, я не туда бегу? Я бегу до желтой точки. Или мне нужно... Нет, ты должна бежать до желтой точки только с нами. Простите, меня навигатор сбил, как бы, понимаете? В Яндекс.Такси первый день, ничего не понимаю. Извините, все, бегу до вас. Не ставьте мне, пожалуйста, единичку. Я просто помню, на стриме заходил, когда ты первый раз в РДО зашла. Ты все очень неразумно все золото потратила на шмотки. Ой, знаете ли что? Как бы шмотки, это дело такое. Вообще, я даже не спорю. Извините. Рэнди, пожалуйста, вставай. Упаси тебя, боже, пожалуйста. Я не знаю, как они на меня пролипают. Я вообще не понимаю. Я не пытаюсь никого обидеть. Слушай, после этого похода, когда ты ушла, самое интересное началось там. Ну, у вас как обычно, бабы уходят, у мужиков самое интересное начинается. Так, что делаем? Что дальше делаем? Так, ребята, давайте, я за любую движуху, кроме голодухи. Так что... Пойдемте в бар бухать. Давайте, супер, вот это мне нравится идея. Конечно. У меня уже, знаете как, не просто там фразы на здоровье, а я пшилеплю. У меня уже бабе хорошо, короче. Да, пойдемте на инструментах играть. Ой, с удовольствием, давайте. Ой, а за что мне вообще? Мужчина, вообще, сукин ты сын! Ты мой клавесин. Ладно, не ругайся.
Прямой клавесин. Подожди, а как вы бьете кого-то? А, на тебе, понятно все. Уже не важно. На треугольник это типа обниматься. Ага. Ну зачем отниматься, если можно биться? Не, подожди. Я тебя так люблю. Подожди, я тебя так люблю. Ладно, пойдемте веселиться дальше. А ты что стоишь? Я тебя тоже люблю, давай. Господа, бить друг друга не обязательно. Действительно. Я тебе говорю. Ты смотри, какая у меня лошадь, а? У меня она прозрачная. Ну, в общем, я так понял, с парнями мне не получится сегодня поиграть. Почему? Ну, ладно, с девчонками получится. Так, подожди, где ты? Женщина, покажи, где ты. Я на повозке, меня крадут цыгане. Спаси меня. Какие цыгане? Я не знаю, меня схватили, посадили, я сижу, мне страшно. А, ты около конюшни, что ли? Ну, окей, хорошо, мне 26. Вот, и? Мне 27. О, а тебе? Господа. До свидания, господа, да? Ты смотри, Сармат, как он застеснялся. Слушай, мы такие типа спокойные. Вот, казалось бы. Ай-яй-яй. Вот, а ты, да. Дед, заходи. А, я в отряде. А ты где вообще? Не могу понять. Понятно? Слышишь, здесь короче, люди. Не хочешь называть свой возраст, мы тебя будем называть дедом. Все. Есть батя, есть мать, ей будет дед, ну ладно. Пацаны, у нас семья, серьезно. Я сейчас расплачусь. А что ты там делаешь? Я вообще не понимаю. Заходи в банду. Я скриншоты делаю, подожди. Блин. Тут тебя то и ждут 5 человек. Ты подожди, ты потом, ты это в ВК будешь все это видеть. Ты что? О, так, тихо, утки. Утка, заходи, пожалуйста. Банду. Ты как куда заходишь? А, вот. Я тебе приглашение уже третий раз кидаю. Давай, запрыгивай. О, нет, я на твою прыгнула, блин. Так, ну, нет, на моей, на коней. Мне просто, я усложнила себе задачу. Оп. Погнали. Ну, давай. Воу-воу-воу-воу-воу. У меня хорошая. Офигеть. Ваша. Матушка, мы это мы как с тобой? Это что так? Так, не понял. Понятно. Запрыгай сразу на этот, на поезд. Вот это был нормальный прыжок. Прыгай, прыгай, прыгай. Ой-ой-ой-ой-ой. Я упал. Ой, подожди, кто тут динамит кинул? Блин, я тоже свалилась. Зараза, а прыгнуть можно? А кто динамит кинул? Тайп, по-моему. Я его сдала, да? Извините, я хотела, правда. Медведя, кстати, можно выпустить, чтобы он их погонял. Ты прям... Ну, не успел. Не успел? Ты лучше отстрелил, не свыше. Да у меня что-то ты про медведя сказал, я прям так загорелась и побежала. Понимаешь? Так, смотри, сейчас будет такая касцена, нам вот этого чувака не нужно убивать. Нужно один-два раза стрельнуть ему в руку. Тихо! Вот это ты зря. Все, не стреляем. А, блин, надо было в руку этому медведю. Я же тебя предупредил. Так, ладно, все. Ребята, больше не руиним, серьезно. Я не могу за вас катку тянуть. Сколько можно? Серьезно, все, теперь давайте. По-нормальному. Майя, я участвую в твоей жизни. Ты не представляешь. Ух ты! Вот это мощно, конечно, сказано. Ничего не скажешь. Ну, написано участвовать. Ну, я откуда знаю. Окей, давай попробуем. Ну да. Но это не легендарно. Ну, мне хотелось бы пострелять сегодня хотя бы. Да дед, ты хоть доедь до нас, мы тебя не видим вообще. Ты где-то скитаешься. Просто заходишь в игру, это суть дела не меняет. Тебе нужно именно к нашей сессии присоединиться. Да я понял, я уже в вашей банде уже 100 лет сижу. Мы просто его не заметили. У всех это произошло? Да, испытание рыбалка на озере. Теперь Майя куда-то пропала. Так, у меня загрузка пошла вот этой рыбы. Нет? Да, ну потому что, наверное, кто-то принял эту рыбу. Не, я не нажимал. Никто... Не, ой, кто бы это мог быть? Блин, ловите рыбу, что вы ноете вообще, не пойму. Все, пошлите, давайте. Так, господа, у нас задержка 500 миллисекунд. Как минимум. Иди, моя хорошенькая, ты моя... Я поймала рыбу.
Не, подожди, надо куда-то встать в интересное место, мне кажется. То есть слишком много... Чё-то я стою скромно так. Ты на испытание еще? Да, я на остров лезу. Там какой-то мужик залез и там ловит. Чё, я не могу, что ли? Ща, подождите. Так, Майя, ты едешь вообще или нет? Я, да. Я вообще-то впереди вас. А, все. Там просто кто-то сзади остался, я не пойму, кто. Давайте угадаем. А, все понятно. Как раз. Ты понимаешь, беспредел полный. Я еще даже не добежал, уже всех убили. Ну, сейчас мы отомстим. Блин, всех убили, да? Да. А я не знаю, а как я его убила? Я его связать хотела. А, ну, как бы, ну, давайте трупы повезем, какая разница? Да без разницы, да. Подожди, так вот, я ж не рассказал анекдот. Да, а давай анекдот, деда, что там с анекдотом? Ну так вот, вон лошадь. Так что иди, лошадь? Майя, подойди сюда, пожалуйста. Ну так просто подойди. Блин, не так подходи. А как подойти надо было? Может, как-нибудь по-другому подойти? Ну сейчас подожди, я труп тогда отвезу и расскажешь анекдот тогда, хорошо. Ну ладно. Ты забыла труп положить? Да, я знаю, я что-то как-то он у меня упал. Ага, не я, упал, кстати, того блин. Чувака убил, если что. Ага. Да блин, лошадь, ты можешь на месте стоять? Всё. Я мужика прокинуть не могу. Ага, всё, спасибо. Поехали, все. Надо, короче, его довести, чтобы он вышел из сессии вообще. А он неплох. Ну, он меня завалил. Сейчас я бегу. Так, я там вижу, Дисон говорит, что Майя с дробовиком стреляет. Ой, и что? Там вот близко был вообще-то. Все нормально. Как бы ничего не знали. Дисон, ты стукач, все. Че ты палишь мою тактику? Надо из винтовки лупить, ты что? Да, это, кстати, давно уже такая тема. Это какая-то дряхлая хрень вообще. У него ни скорости, ничего нет. Уйди от меня, не хочу на тебе ехать. Фу-фу-фу. Ты моя хорошенькая. Я тебя практически потеряла, блин. Вы что, там стреляетесь уже с кем-то? Нет. Да не-не-не. Это я просто упала. Вот это у меня красивая заставка. Мы тебя видели, ты просто куда-то пропал, мы без тебя поехали. А кто с кем разговаривает? Вот это я здесь? А почему я не слышу деда? Дед, ты меня в черный список, что ли, добавил? Может, я его забанила? Блин, нет. Дед говорит, кстати. Я не слышу. Без перебоя. У меня прям тишина. Ты слышишь деда, да? Чё? Майя, смотри, твоя лошадь. А что, а где? А, ты куда пошла вообще? Иди сюда. Рецепт от деда, окей. Короче, чуваки, я объясняю. Дед говорит, берем тепло рук, а зажимаем между них, скажем так, между наших рук кусочек масла, долбим их и как бы наслаждаемся. Блин, сейчас, чуваки, дед говорит, что я его неправильно понял. Молоко грею в руках, а масло само растает. Все, понял. Понял. А дальше что? Дальше что? У нас молоко с маслом. Короче, чуваки, дед рассказывает, что нам нужно делать все руками. Короче, смотрите, сварилась картошка, мы ее размалываем руками. Не блендерами, там, не всяким трэшем, типа толкушки или прочего кала, а просто берем руки, нагреваем в них молоко, ложим туда масло, все растапливается, вбиваем руками. Да блин, какая колотушка? Ты только что говорил, что мы все делаем руками. Как так-то? Откуда взялась колотушка? Фактически мы узнали, как приготовить замечательную картошку. Ромпэт, попробуй покинуть, пожалуйста, голосовой канал, чтобы вернуться обратно. Уйди, чтобы теперь вернуться, пожалуйста. Сделай акцент. Кому ты что? Рассказываешь? Как вкусно все это звучало. Не, Майя, конечно. Мясо, масло. Не, ну Майя там она умная, дед у нее там образование. Как вкусно все это звучало. Пюре, мы-то попроще люди. Масло. Так, вы что, какие акценты сделали? Как вкусно все это звучало. На каком масле мне нужно сделать акцент? Я что-то не поняла, подождите. Что сейчас произошло, я не поняла. На каком масле мне нужно сделать... Блин, черт, у меня Dimension Alert не работает. Что вы ржете, я серьезно спрашиваю. Все правильно. Он рассказывал рецепт. Разогреваем молоко в руках, потом засовываем. Разогреваем молоко в руках. Подожди, ну ты же в стакане разогреваешь, не просто в ладошке. Оно ж протечет иначе. Правильно?
Не протечет ничего. Молок, ну блин, у тебя ну, нет, наверное, что да. В этом. Блин, боже мой, это было. На дроте, а. Ну, это у него плохая идея была изначально, нападать на меня. Нет, какая Полинка меня пригласила? Вы что, нет, я к Забинскому хотела пойти. Что за хуйня? Потом... Я не знаю, так, меня подожди, какая-то Полинка пригласила. К... Так, я... Забинский, давай сначала к Полинке, а потом к Майе. Привет, никакой Полинки. Нет, если хотите, конечно, идите к Полинке. Я... Не, ну я, не, ну я как бы просто не уверен в Полинке. Так, это кто это? Забинский, да? Нас тут трое, ничего не поменялось, да? Да-да-да, здесь... Здесь... Ну, мужчина, да, да, ну, Майя, это я знаю. Дюша Метелкин. Хорошо. То есть пюрешку научились готовить? Да, с пюрешкой мы уже... Да, интересно, что ты про пельмени, кстати, скажешь. Нет, а ты можно сам готовишь, свои. То есть ты тесто делаешь, делаешь мясо под пельмени, да? Кстати, паник появился. Когда-то делал, когда был женат. Блин, это так грустно звучало. Вообще, я теперь буду есть пельмени и грустить постоянно. Ты начинаешь, как обычно. Вот, при Сталине такой... О, смотри, беленькая лошадка. Ребята, по-моему, вы горите. Блин, я хотел погрузить его тебе на лошадь. А, ко мне на лошадь? Ах ты какой, не. А, блин, меня взяла опять вытянула. Ну и что? Пипец, прикиньте, блин. Ничего, я умерла. Всё. А зачем ты его подпалила? Ну... Как бы, ребят, если бы у вас были... У вас же тоже есть привычка, наверное, что-то трогать, да? То, что у вас там как бы где-то мешает, висит, находится. Я, конечно, понимаю, что есть те особенные люди, которые неприкосновенны в никакой части тела, но если у тебя длинные волосы, они лезут в лицо и могут мешать. Поэтому если вас раздражает факт того, что стример после того, как он лазил под столом, потрогал свои волосы, можете протереть мироместином экран и переключиться на другого транслятора. Я, поверьте, ни разу не обижусь за это. Я вспомнила, что я еще хочу здесь взять. Я хочу себе шляпку взять, точно. Пока никто не видит, пока не все собираются. Я быстренько себе возьму шляпку. А как туда зайти, а? Наверх, наверное? Давай вот так сделаем сейчас, секунду. Дайте в магазин пройти. Блин, нет, это не магазин. Это какая-то Бухалова. О, я вон магазин. Вон, быстро, давай. Зайди в этот, в неактивный отряд и покинуть отряд, нажми. Тут какие-то половины шляп, они ведьминские какие-то, друидские. О! Слушай, у меня самая богатая палатка. А у меня самое скромное. Скромность — это постижение бытия. Как сегодня мы уже обсуждали. Брэм, у тебя, по-моему, просто коврик на полу, да? Да, да, я там у входа постелила, чтобы вам не мешать просто, как бы. Стас, ты в курсе, что если хулиганить на доставке, то можно попасть на это, на исключение из банды? Оу-оу-оу, Свинцовый экспресс не шутит. Так вот, модерация, свобода слова. Да, все, закончилось. Демократия, вот это начинается. Не, демократия это не про нас. Демократия. Демократия это точно не про нас однозначно. На кого мы пошли-то? На кого я думаю, то должно быть весело. Это Стас с нами на проводе, Кельвин. Наш полноценный участник банды. Ну, я так понимаю, что это имеется в виду человек школьного возраста, если по-другому интерпретировать данный термин. Именно так. Угу. Причем именно в таком написании я от Кельвина первый раз вижу. То есть... Майя, ну ты все. Я правда тебе говорю. А если я начну там five headache какие-нибудь говорить? Не-не-не, давай не надо. Ты просто это культуру Твича презираешь. У нас, кстати, знаете, ребят, в чем прикол? На прошлом стриме был дед в команде, а на этом стриме у нас малой, как его уже обозначили в чате. Так что все по канону, все круто. Ну да. Бумы! Боже, о, вот это... Да. Не-не-не-не-не, уйди от меня нахрен вообще! Блин, зараза, а! Пипец, завалила меня!
Слышишь ты? Иди сюда. А чё они такие мощные? Не, по-моему, вообще лютые просто. Такие живучие. Ребят, возьмите еще одну шкуру, как раз, когда у нас меняется место дислокации. Хорошо. Я вот смотрю. Мы сначала в лагерь все это закинем. Может, мы как раз сегодня еще одну повозку. Только мы как-то неканонично их разрезали, они тут по одной звезде, походу. Не, освежевывать не надо. Ой, лада? Ну ладно. Уже не освежеванное больше дают в лагере. Тогда... Тут лежит мой труп рядом с... Боже, как мы романтично лежим, посмотрите. Сразу видно, что нас что-то связывало вообще вместе. Просто... Я только обратила внимание, что это мой... Я смотрю на свой же труп. Вот это ты не сдашь. Можешь выкидывать это. В смысле выкидывать? Это кошка. Освежеванную... Крипс не принимает ее. Блин, куда мне ее девать-то? Надо ее... Шкуру там хотя бы. Мужики, надо разделать ее, короче. Супчик сделаем. Сегодня будет борщ. Стас похож на Джона Уика. Я как бы стесняюсь в России просто. Я как бы сейчас на него посмотрела, и мне пришла мысль в голову, что что-то тут не то. Так. Джон Уик с голосом школьника. Ой, здравствуйте. Так, я если что за целью. Я тоже. Так, я здесь с мужичками. Не-не-не-не. А были в наши времена хорошие солдаты. Не а хотели тут... продать и Fortnite задонатить. А вы еще и Fortnite катки катаете? Я нет. Нет. А ты, Стас, играешь в Fortnite? Я раньше играл, и сейчас немножко могу по молодости, по неопытности, да? Да, да, да. Видишь, сначала было прям такое, да. Ну что, да, я вообще киберспорт. Я с третьего сезона играю. Круто, круто. А как это уровень подписки 1? А в смысле уровень подписки 1? Где? Вот тут у Godfather Sim у него... Но он подписан за деньги на стримера. Ну что, за деньги надо подписываться? Конечно, Стасик. Экономишь на завтраках. Приходишь, смотри, создаешь там какой-нибудь киви-кошелек, а лучше всего берешь мамкину карточку и типа подписываешься платно на стримера. А если у мамки карточку возьмешь, подпишешься, то у тебя смайлики будут прикольные, будешь выпендриваться в чате перед школьниками, давай, своими друзьями. Смотрите. Такой заходишь в чат к БРМ, такой пишешь смайлик саба, и такой все остальные склонили перед тобой колено. Вон, смотри, Godfather просто заходит в чатик, пишет крутые смайлики, и сразу видно, что он жесткий тип. Стасик, а у вас снюс в школе друзья твои бахают? Забинский, я тебя больше с детьми оставлять наедине не буду, это я точно поняла. Вот просто все. Это был первый и последний раз, и я, поверь, я держалась. Я прям держалась, чтобы не прилететь просто. Так, все, закрыли тему со Стасом. Хорош. А что со Стасом? Да уже предлагаю, чтобы я его установила. Ага. Ты вот этого второго убери, а то он за мной бежит. Ай! Кто его подстрелил? Я подстрелила. Эх ты! Да там нихера вообще не видно, как в заднице у аллигатора вообще еще разбирать. Где он, где не он. Все, пускай дохлый идет. Манду его. А ты его подожгла, что ли? Да. Чтобы жизнь сладкой не казалась. Говорит, есть тема, которую можно продать. Нормально, нормально. Вообще прям закрутила тебя, конечно, люто. Как пипец, а и катастрофа. Почему у тебя такие метки? Они мне еще аж бесят. О! Не, не знаю. Кто? Я строгий, но справедливый. Вы прикиньте, батя пошел пить пиццу и есть пи... Ой, наоборот, пиццу. Пицца есть пиво. Я настолько завидовала, что даже поторопилась сказать. Ведьмаку заплатите. Нет, давайте на стриме БРМ мы будем петь. БРМ заплатите, чеканы мне. Блин, кстати, подходит реально. Намек поняли? Знаешь, что он перед этим делал? Смотри, какая у меня есть штука. И такой берет с мачете на меня, бежит и замахивается. Я поражаюсь, понимаешь, надежности наших компаньонов. Сразу сдали друг друга, просто молниеносно вообще. А этот на меня, а я на него все, понимаешь? Это ты первый начал? Нет, да, ты первый начал. Банда надежнее некуда, однозначно.
Ой, мне почти 2 золота дали. Это у меня уже 21 золото, отлично. 1,82? Да. Я так понимаю, что это возглас зависти, да? Хорошем смысле этого слова. Что, много, да? Вот такое, это дофига, это как две карты сокровищ. Ой, женщинам иногда везет, Стасик. Ой, я мужика убила. Ну, а у тебя деньги есть? Ага, спасибо. Ты же сейчас была на почте, что ты не выплатишь штраф? Я выплатила штраф. Выплатила? Угу. Я думала, все-таки придется ловить тебя. Меня еще нужно попытаться поймать. Торговцу этому Крипсову выгоднее всего именно туши сдавать, особенно трехзвездочные. Ты сейчас зайди на стрим просто. Ну, уже она, конечно, все почти все продала, но у меня очень много было. Очень да, много. Вот так. В тихом омуте. Коммерция вводится. Ну, хотите полоску, давайте полоску. Давай голосование в чате. Так, господа, давайте мы общим голосованием и честно и справедливо решим, что мы хотим. Мы хотим проходить потрясающе интересную, фантастическую, увлекательную сюжетную линию БРМ или просто вести повозку. Блин, ну слушайте, я прям не хочу, мне прям, у меня сердце разрывается Стасика расстраивать. А сюжетка, она длинная вообще, просто давайте тогда сюжетку что-то по-быстренькому сделаем. Можно, можно задание сюжетки выполнить, можно повозку отвезти. Давайте там, так и будем делать, что мы делим шкуру неубитого медведя, я не понимаю. Мне нравится вот когда дороги заснежены, потому что я прям кайфую от управления машиной. Потому что из-за того, что последние 2 года зима вообще практически без снега, я прям расстроился, потому что ровно 2 года назад я купил внедорожник. Чатик, БРМ не говорит. БРМ просто берет и молча обнимает весь чатик вот так вот руками своими загребущими. Что Дис написал? Он матерился. Дис матерился? Дис, ты что, с ума сошел вообще? Он сокращенно матерился. Обсценную лексику мы не употребляем ни на стриме, ни в сердце, ни в душе вообще. Вы что, не обижайте мое сердце матери, мне аж больно становится от этого. Прекратите себя так вести, я сейчас тебя наказывать буду вообще. Сейчас присоединю к тусовке, будешь отчитываться. Создаю. Вешего тебе за деньги надо, если ты его распустишь. Хорошо. Сколько? 200? Ё-моё, на что я подписалась вообще в этой жизни? Ужас! Я не хочу больше здесь жить. Это какой-то кошмар. Короче, мне для того, чтобы вас пригласить в отряд, пришлось удалить отряд, создать новый и заплатить $200. Вы мне слишком дорогой кровью обходитесь, господа. Просто намекаю. Вон, я тут сокращу. Что, принца, хотите меня обогнать? В смысле? Это просто жук хитрый. Иначе побежал бы быстрее всех. Ты слишком для меня суровая, чтобы тебя объезжать. Права у меня есть, но давайте я не буду уточнять момент, я просто недавно получала. Вы знаете, практика это тоже очень важно. Я вышел, оп! Да вы охренели вообще! Это, кстати, такое... А все, мы с тобой враги, да? Не-не-не, подожди, я хотел развязать. Так, освободить. Да, я смотрю, да, развязал ты меня. Ой, простите, мужчина, я обнять хотела просто. Вот это кто сделал? Я. Вот это отличное завершение вечеринки. Ну я хоть ладно, труп себе возьму. В придачу. Вам не обидно было вдвоем? Ты мою лошадь, блин, сжег. То есть мы с тобой тут выясняли отношения. Пришел Миша, вмешался, я предлагаю его наказать за это. Так, а где он? Я... Пипец, я без лошади осталась! Где он? Вы лошадь мою наказали, да? Всё, это месть! А, месть за лошадь, прикиньте, мне дали, офигеть! Давайте что-нибудь поделаем. Давайте. Господи, что это было? Ёпара сутэ! Блин, я сейчас реально просто скрипанула, потому что я не поняла, что это. Ох, я трёхзвёздочного самца нашла, оленя. Самца прямо? Да, прикинь. Это редко такое бывает, что трёхзвёздочный. Пойду-ка я по его следам. Так. Есть. Такой крипс, так он, ну что ты там притащила, а? Чем ты меня хочешь удивить?
Ой, как лошадь, интересно, припарковали-то. Это, знаешь, парковка да. VIP уровня, московская, чтобы реально никто... Противоугонная. Да, вот. Кстати, для тех, кто жаловался, что пока не очень оптимизированная игра, и много багов. Подойдя к ним и нажав, чтобы перерезать веревки. А, ну все. А так он жив, что ли? Да, представляю. Его же повесили, как он это выжил? Потерпел! Шея крепкая. А что там вообще, по идее, ломается шея? Там же суть в том, что ты, у тебя не удушье, да, а то, что у тебя сразу ломается шейный позвонок, и все. Они, я не помню, они по кругу, что ли, ездят? Да, кстати. Ребята, вы куда? Или нам это нужно разбить, что ли? Да нет, просто защитить. Так, эти, по-моему, они это, их забагало. А, господа, вы, вам куда? Здесь не проехать. Тут шипы, понимаете? Может, это реально разбить надо было? Да хер его знает. У тебя динамит есть? Есть. Но они просто очень близко находятся. Да. Давайте про это. Давай. Так, отходи оттуда. Попробую. На пальцах объясните, господа, что вы хотите. Ой-ой-ой-ой. Так. А, ну... Отходи. Да ладно, ничего. Бывало и хуже. Ты живая лошадь моя. Так, все, динамит закончился. Теперь она точно не жива. Господа, проезжайте, все, понимаете? Путь открыт. Может, убить их? Задание заново началось. О, не, смотри, разворачиваются. Ага, вот так вот. Они вот тут вот хотят между этими штуками проехать. А, ну они молодцы, да. А эти штуки никак разбить нельзя? Динамита уже... А, подожди. Если их повозку разбить, им вообще пофигу. Очень интересненько. Угу. Мужчины, подвиньте, пожалуйста, дайте женщина возьмет руль. Отходи. Нет, по лошадям не ударишь. Так, я предлагаю сделать вот так. Нам с тобой умереть по одному разу. Начать с контрольной точки. Стой на месте. А ты меня убить хочешь? Ну да, и потом себе. Какой романтичный джентльмен. Ты тоже не горишь? Нет. Я восставшая из пепла, понятно? Ну, а я буду гореть. И я... А я горю. У меня тратится хп. Так, Сармат совершил самоубийство. А я? На кого ты меня здесь оставил? Это ритуальное самосжигание. А я тоже. Простите, я больше не могу жить в этом мире. Ты тоже горишь? Ну, я у себя тоже коктейль Молотова нашла. Блин, я не умираю до конца. Какого черта? Женщина, ты слишком здоровая для этого. Вот, все. Чтобы убить женщину, мне понадобилось 2 бутылки, понимаешь, на себя потратить. Нет, это задание слишком жестокое для нас, мы не можем его выполнить. Все. Мне кажется, это у маршала что-то с головой случилось, как на веревке повис. Странный маршал. Как он до маршала-то дослужился? Это вообще сегодня продуктивная катка, в общем. Я заработала себе золото, набрала себе шкур, и все это сделал Сармат. А я как наглая женщина, которая использует просто свои женские чары. Говорит, ой, я ничего не умею. Ой, а что мне тут делать надо? Не знаю. Не скучайте, в скором времени... Мы снова с вами встретимся. Пока-пока. Куда мне там нажать надо? А, вот. Будь на стороне БРМ.